Добрый день, с вами магазин «Броньте», который находится в селе Софиевская Борщаговка по адресу улица Малая Кольцевая, 4Б по окружной дороге. И сейчас мы с вами посмотрим обзор на входные двери фабрики «Армада». Значит, в данном случае у нас на экспозиции представлена модель «Измаил Нью» в серии «Делюкс». Значит, очень большим преимуществом данной двери является 2-миллиметровый лист металла. А вот средние показатели приблизительно колеблются 1,5-1,8 мм, здесь же двойка. Значит, 2 МДФ накладки по 16 мм с внешней и с внутренней части двери. Значит, на полотне у нас два контура уплотнения. А вот внешняя сторона МДФ накладки у нас в цвете венге, внутри белый супермат. А вот. Также имеется в данной комплектации у нас 4 антисреза, а вот по периметру, значит, где петли находятся. Сама коробка у нас шириной вот здесь вот 130 мм, толщина металла здесь также 2 мм. Естественно, она утеплена минватой, собственно, так же, как и само полотно. По шумоизоляции полотно приблизительно до 60 дБ. Звук поглощает. Значит, также имеется в полотне 12 ребер жесткости, что очень положительно сказывается на ее, так сказать, надежности. А вот, обратите внимание, здесь хромированная ручка броненакладки, а вот на нижний замок и на верхний. Собственно, сам механизм здесь используется итальянский, матура двухсистемный. Значит, как видите, вот снизу у нас один ригель и сверху 4. Значит, сначала закрывайте верхний, потом нижний. Пока вы нижний не откроете, к верхнему доступа попросту не будет. Это очень хорошая и надежная система. Значит, также в такой комплектации по складу у фабрики «Армада» имеются вот такие вот новинки. А вот все они доступны сейчас для заказа. А вот в размерах стандартных, которые, естественно, вам необходимы. Значит, за дополнительной консультацией обращайтесь к менеджерам. Приходите к нам в магазин по адресу улица Малая Кольцевая, 4Б, салон «Броньте». Спасибо, всех благ!